Народ, всем здорово. Ну что, продолжим с вами танки гонять. Так, закроем. У нас по квестам сегодня. В бою прокачать модуль. Сыграть будет 3. Так что нам доступно. Сетка сыр, в принципе, Т-64 можем взять. Бут раскатал. Где Т-55 вообще? Вот Титан 6 здесь. 50 голды. Что мы вообще купить-то можем, блядь? Что у нас? М8. Броня большая. Скорострельность. Ну да. Это шуши БМП, да. Гадим, у нас 20 голды есть. Да, попробуем. Ее копить-то. Пробуем, что за танк такой. По идее, это Т-55. С виду, по крайней мере, похож. Что-то так себе на самом деле танк-то оказывается. Пилиться.
вообще пиздец. Так прокачивать надо танк. Шляп он урона еле-еле наносит. Отлично, так держать. Необходимо оценить игру. Боже. Отлично, так держать. Задача на сегодня. 30 боев сыграть, нихера себе. С прокачками значительно интереснее. А, тут надо подождать. 15 секунд, в принципе, подождем, хрен с ним. В принципе, перезарядка и так-то нормально. Модуль прокачки доставлен. Дальше. Выбор карт. Сам дворе, мне сука зимние карты попадаются. Стреляй! Получай! Приезжай быстрее! Вот так сейчас. Огня!
ответить, там что-то сопротивляется. Считал. Неплохо, 12. Неплохие результаты. Я согласен. Не забывай прокачивать танк. Хрен знает, захват цели. Погня. Броня, мотор. Так, ну. Только если это. Только к атаке. Поздравляю с повышением! Текущие задачи. Текущие задачи. Танковый ангар. У нас вот этот 86. И БМП. Да, согласен. БМП темп огня сильнее. Мне нравится цвет его песчаный, блин. Камуфляж значительно увеличивает шансы на победу. Атаки на 6 часов. Да ну, все надо. Сейчас посмотрим, сколько мы времени сам. Я думаю, еще на один бой на все хватит. Выбери карту. Опять сейчас зимняя. Блять, чем? Зимняя карта. Можно стрелять. Блять, на 82. Thank you.
стреляй! Защищай сторон больше. Продолжай. Получай. Отлично. Выходи из поля. Лёша. Давай, стреляй! Блять, все замесы были наверху. Никто вниз не спускался. Упор друг друга лупили. Одиннадцать. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну да. Они друг друга не убивали, что ли? Только я их. Отличные результаты. Вот и повышение. Это я в Мансурском регионе так нормально уже. 226. Текущие боевые задачи. Ну тут квесты, тут ебанешься, блядь. Вот с виду это Т-55. Ой. Ну ладно, в общем, опять на такой позитивной ноте мы закончим, я думаю. Если так погоняли по фану. В принципе, прикольно. Без рисунка в бою придется туго. Да ну тебя в жопу.
кусок вырежу. У меня выскочило. В общем, как-то на этом тогда остановимся. Все, народ, всем счастливо. Давайте, я думаю, до следующей серии.